Сейчас 8:17, смотрите, никого нету, очереди нету, просто заходите и вперед. Такой мне билет дали, что сегодня фри, ноль. Пожалуйста, гуляем. Ну, билеты, конечно, наверное, ограничено, а может и нет, не знаю. Смотрите, ну, чтобы нам сюда уже не возвращаться, давайте по очереди будем смотреть. Здесь остатки каких-то статуй, колонн. Ну, ничего особенного, пошлите дальше. Вот смотрите, что у нас тут есть. Парфенон. Не знаю, что это. Старый Акрополь, музей. Ля-ля-ля-ля-ля. Театр 13-й. Ну, сейчас все обойдем, посмотрим. Вот как это выглядело раньше. Вот смотрите, самый главный монумент. Кошка. Кс-кс-кс-кс. Это у нас театр. Красиво. Эслопа. А налево Акрополь. Ну, пойдем сначала туда. Я думаю, к самому идти нам смысла нету, но вот отсюда посмотреть можно. И вот уже смотрите, какой вид открывается. Это мы еще не на самом верху. Это мы еще так. 30% пути прошли. Отсюда открывается красивый вид на театр. Бронза, фандрайз. Судя по всему, делали бронзу. Тут законсервировано все, непонятно. Ребят, здесь есть вот кран с водой, можно ополоснуться, и вот скамеечка есть в середине пути. Видите, какая прелесть. Смотрите, какая красота. Это театр. Театр действующий. Здесь хорошая акустика. Если стать в центре и петь или что-то говорить, то будет слышно по всему, даже на самой крайней точке. Сегодня, видимо, какой-то будет концерт, надо посмотреть. И, возможно, его можно будет посетить бесплатно. Что вряд ли, но круто, да? Ну, и мы дальше с вами идем. Слушай, как мощно, да? Это, видимо, холмы, с которых открывается вид на Акрополь. Туда тоже можно подняться. И вот вам, пожалуйста, Афины и Акрополь наш. Норд Слоуп. Восточные ворота. И вот мы уже практически в Акрополе. Монумент Агриппа. Смотрите, вот там какой-то тоже сохранился памятник в парке. Ну вот, мы входим в Акрополь. Ну что, ребят, нужно немножко здоровья,
спортивную обувь, хорошее настроение. И через 15-20 минут вы будете на верхней точке, в самом Акрополе. Вот, смотрите, мы с вами здесь. Друзья, я прибился к русской группе, послушал то, что рассказывают. Вы можете точно так же сделать, если услышите русскую речь, видите гида, то подходите тихонечко, становитесь и слушайте, что мне рассказали. Храм Афины, 5 век до нашей эры. Если не ошибаюсь, это храм Посейдона. В 16 веке, в 17-м, он был разрушен в 1600 году прямым попаданием ядра, и от него тут не осталось ничего. И только в 19 веке его начали восстанавливать, и вот то, что мы сейчас видим, восстановлено все из родного мрамора. Здесь работают специалисты высококвалифицированные, которые все это дело восстанавливают. Данный храм Афины всегда был храмом. Сначала он был храмом древним богам, это Афине. Потом это был богам уже нашим, это храм. Потом он переходил в руки мусульман, и это был уже мечеть. И потом он опять был храмом, и потом его уже только восстановили. То есть видите, какая история у него большая. Но всегда это был храм. Это, я так понимаю, старый храм Афины. Там рядышком храм Посейдона находится. И разлетелось это вокруг. И вот здесь, когда мы стоим напротив коллеги, понятное дело, что она будет сфотографироваться на памятнике. Там находится в большом теперь музее как раз. Вот здесь на месте мачты был жертвенник раньше. Приносили в жертву богине Афине животных. Видите, вот эти вот статуи, 6 штук. Это копии. Оригиналы сейчас находятся в музее, а одна находится в английском музее в Лондоне. Храм, видите, он пирамидальной формы, на 15 градусов завален внутрь. Все колонны. Ну что, вот и дождик начался, начал моросить, люди разбежались. Я, как я говорил, прибился к группе. Дмитрий Адис Константин, официальный гид-экскурсовод. Вот его визитка, он может отдельно проводить экскурсии, причем по всей Греции. Сейчас я вам более ее так. Вот визитка его, вы можете к нему обратиться, он проведет вам экскурсии. Стоит это все по-разному, вот его еще цены, не цены, извините, WhatsApp и Viber. Смотрите, видите, вот здесь вот дырочки есть. Эти дырочки здесь не просто так. В свое время вот на этих, где квадратные большие, были прибиты щиты персов. Греки присоединились к войне с Александром Македонским. Александр Македонский прислал в подарок щиты, и здесь были прибиты щиты персов. Маленькие дырочки, это уже Нейрону была повешена растяжка, чтобы он не разрушил город или не разворовал этот храм. А вот здесь вот напротив был построен Риму, Августу Риму храм. Это когда Афины принадлежали уже Римской империи. Император сказал, что я хочу тоже восславить Афину. И ему вот разрешили построить сразу напротив храма Афин. Смотрите, это у нас храм Зевса. Туда тоже вход бесплатный, практически ничего не осталось. Можно, конечно, сходить. Там мы видим театр. Вот это вот парламент. Здесь, я говорил, уже театр. Это, судя по всему, музей Акроп Афин. Друзья, еще важный момент. Здесь есть санузел, туалет. Находится он в этом здании. Это здание музея бывшего. Сейчас все экспонаты принесены в новый музей. Но вот здесь туалет как был, так и остался. Поэтому, если вам он понадобится, знаете, что он здесь находится. Акрополь обязательно к посещению. Если вы были в Афинах и здесь не были, значит, вы не были в Афинах. Потому что из того, что я пока что видел, это, ну, самое интересное. Здесь действительно дух Греции, дух Афин. Он здесь есть, это незабываемый вид, незабываемое ощущение посмотреть на строение
здания 500 года до нашей эры. Конечно, они восстановлены, большая часть, но они восстановлены из оригинальных камней. Здесь ведется работа, все вот эти вот колонны и строения, это все из оригинальных блоков, которые были собраны здесь. Видите, здесь они есть, лежат, еще 10 десятилетия будет все восстанавливаться и приводиться к первоначальному виду. Старый храм Афины. Оливковое дерево. Подарок Афины городу Афины. В храме Афин стояла большая статуя Афины. В храм могли заходить только жители Афины, если не ошибаюсь, аристократы и союзники. Всем остальным вход в храм был запрещен. Также здесь хранили золотой запас. И 1/60 от этого золотого запаса всех городов Греции шла на развитие этого комплекса, на строительство. Каждый год. Мы можем вам помочь организовать поездку экскурсионную по достопримечательностям Греции. Она 7-дневная программа. Каждое воскресенье, если не ошибаюсь, она стартует. И вы едете в экскурсионную тур по Греции. Посещаются Салоники, Дельфи, Афины, там, метеоры и так далее. То есть практически вся программа экскурсионная, которая здесь есть, она будет вами посещена. Поэтому, если вам интересна данная программа, обращайтесь к нашу компанию. Мы с удовольствием вам поможем. Наш сайт viking.by, есть раздел «Контакты». Связывайтесь с менеджерами, и вы получите эту программу, сможете ее посмотреть. Это вот музей, в который мы сейчас пойдем. Давайте еще раз вам покажу, что здесь есть. Такую панораму обзорную.